Шла еще одна посылка с Алиэкспресс. Это была отслеживаемая посылка, но с ней у нас возникли некоторые трудности с получением. Мне пришлось писать продавцу. На почте нам сообщили, что на другое имя, на другой адрес посылка, и не выдавали ее. Продавцу я пыталась долго объяснить, что я имею в виду, потому что он не мог мне поверить, что такое возможно. В итоге я нашла сервис, где посылка, где было указано, что это все-таки на наше имя. И мы смогли получить. На самом деле посылка очень долгожданная. Я заказывала эту дугу для того, чтобы ребенка отвлекать, когда она кушает, или чтобы она могла развлекаться, играя в шезлонги или в кроватке. Упаковано очень хорошо, полностью все скотчем обмотано. Бедный продавец. Я очень извиняюсь, что за нашей почты я его даже напугала тем, что сейчас открою спор, потому что мы не можем получить посылку. Но в итоге посылку мы смогли получить. И мне она очень нравится. Яркое. Тяжелые крепления. Они прям на самом деле тяжелые. Так, игрушки. Это фирменные. У нас уже этой фирмы игрушки я уже покупала. И мы ими пользуемся с удовольствием. Вот эти крепления, они раскручивающиеся. То есть они на разный диаметр делаются. Вот и фиксируются. То есть они довольно тугие такие. И вот можно их везде приделать. Дуга сама форму держит. Вот, то есть можно ее повесить. Очень удобно, что здесь отцепляются игрушки. Я хотела как раз дугу с отцепляющимися игрушками, потому что дети любят разнообразие, особенно наши. И мы будем просто ей разные игрушки подвешивать на этой дуге. Она будет у нас развлекаться. Так, у нас лев, он как погремушка, и вот тут шарик еще вращается. Он мягонький, просто набит поролоном, по-моему. Так, у обезьянки тут есть прорезыватель. И внутри твердый цилиндрик. Прорезыватель в виде банана, мы любим такие прорезыватели. Так, у зебры у нас. Что у нас у зебры? О, зебра у нас пикает. Это вообще наше любимое занятие. Нажимать на все, что пикает. Ну, все работает, все отлично. Она вращается, то есть ее можно под разными углами сделать. Шикарная вещь. Я рада, что пришла огромная посылка из Китая. Она была отслеживаемой, но почему-то трек мне продавец сообщил не этот. Я знаю, что это ковер, потому что тут на обертке написано. У него, кстати, тут была дырка на задней стороне, но вроде там сама ничего не повредилось. Это я заказывала детский коврик. Он огромный. 1,60 на 1,80, по-моему. А, 1,50 вот написано. Я просила с феями волшебную страну. Сейчас посмотрим, какую мне прислали. Он в специальной сумке для переноски его. В общем-то, он огромный. Я даже не представляю, как мне его распаковывать сейчас тут. Да, это вот как раз, как я просила, сказочная страна. Вот он местами погнулся. Материал у него прикольный очень. Такой прорезиненный, что ли. Я думаю, на нем будет не скользко ребенку ползать. С обратной стороны он из теплоизолирующего материала. На типа фольги. Скорее всего, скользить он
по полу будет, но мы что-нибудь подстелим. Сейчас посмотрим, по столу он скользит. Ну да, конечно, скользит. А вот с этой стороны нет, он не скользкий, с красивой. Он очень огромный. Пытаюсь показать его. Это вот он еще сложен. Яркий, красивый, я думаю, дочурке понравится. Мне прислали еще посылку из Китая, с Алиэкспресс. Она была неотслеживаемая. Пришла простым отправлением, я не знаю, что там. Написано что-то про колени. Я подозреваю, что это детские наколенники. Да, так и есть. Так, это я заказывала детские наколенники ребеночку. Она сейчас как раз учится ползать у нас. Даже в подарочной упаковочке, ну, в смысле, в фабричной упаковке можно на подарок заказывать. Они стоят очень недорого. Вот такие они рандомного цвета, как я помню. Довольно узкая резинка на них. Ну, там написано в комментарии, что на худые ноги. Тут материал довольно странный. Это синтетика. Типа неопрен, что ли. Мне кажется, они ни капельки не скользящие. Они просто защитные, чтобы не стирать коленки. Потому что скользит оно очень даже неплохо. Так, ну вот, на мою руку натягивается. Ну, в общем-то, если ползать по ламинату или по каким-то там скользким поверхностям, то они не помогут со скольжением бороться. То есть нужно какие-то прорезиненные покупать. Эти не такие, это просто ткань. Только мягкая, с поролончиком, чтобы на коленке не было никакой нагрузки. Ну, у меня ребеночек худенький, я думаю, ей подойдет. Надо будет померить. Нам пришла очередная посылка с Алиэкспресс. Я не знаю, что там. Она была не отслеживаемая. Все, поняла. Это крепежи, такие прищепки. Тут изображено, чтобы придерживать одеяло на коляске. Я думаю, вещь-то нужная. У меня конверт бывает нужно прикрепить, чтобы он не мешался. Так, сейчас посмотрим. Вот прищепка, она очень тугая. И, видимо, ленточка. Я так понимаю, она одевается на коляску. Вот она регулируется. Разной длины. Ну-ка, как тут нарисовано. Честно говоря, я не знаю, как ее одеть. Ну, я думаю, в процессе использование догадаюсь. Может, там петельку какую-нибудь надо сделать. А вот тут нарисован, да, то есть петельку как раз продеваем вот так вот. И вот эту штуку в петлю. И все, получилась петля у нас. Вот, замечательно. Нам прислали очередной пакет с Алиэкспресс. Это... Нет, было неотслеживаемое отправление, там что-то бренчит, поэтому я подозреваю, что это какая-то игрушка. Только я вроде заказывала одну игрушку, а там на ощупь это две. Сейчас посмотрим. Так.
Вот оно как. Классно. Видимо, я у одного продавца заказала подвеску. Игрушечная, вот она бренчит. Ну, есть небольшой запах. Думаю, постираю, будет нормально. Там в голове что-то твердое. И оно, видимо, там бренчит как раз. Так. И заказывала еще ситечко пластиковое в виде ноты. Выглядит нормально, надежно. Запаха нет у него. Не ожидала. Думала, все придет разными посылками.